Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игрулю на Android, которая называется Кровавый Гарри. Но для начала мне нужно... Так, вроде бы с управлением мы разобрались. Поехали. Да, все настроил я. Давайте валить. Тут у нас зомби-овощи будут на нас нападать, а мы как кровавый шеф-повар будем от них защищаться. Так, ну что, у нас есть пистолет, рукопашка и смена оружия. Ну, пока у нас оружия никакого нет, другого будем бомбить тем, что есть. Так, здесь уничтожить можно практически все. Бочки. О, свинюшка. Так, патроны нам пригодятся. Смотрите, даже мусорные бачки с глазами. Гидранты тоже самое. Так, тихо, давайте бомбить их всех здесь. Куда идешь, говнюк? Получил свое. Почтовые ящики тоже какие-то злые. В общем, все недовольные здесь. Ну, естественно, я тоже недовольный, потому что на меня нападают вот эти вот овощи. Так, ребята, первый уровень пройден довольно легко и просто. Ну, на то он и первый уровень, чтобы было вот так вот все элементарно. Так, и что нам дадут? Сколько, интересно, здесь вообще у нас уровней в этой игре? Ну что так долго-то, ё-моё? Эй! Игруля, а ты что? Нет, не зависла, нормально все. Так, у нас пистолет и шотган. Ну давайте пистолет мы с вами, наверное, улучшим. Вот так вот. Замечательно. Потом надо будет, конечно, приобрести себе дробовик. Уровень 2. Получаем патроны, и у нас здесь бонус летит. Ох, какая отбивная, ребята. Ну, давайте-ка их бомбить. Но, кто, а? Смотрите, закос под Фредди Крюгера. Вау, на скейте. А для чего нам скейт, что он делает? Ну-ка, интересно, если по этой бочке бомбануть в ближнем бою, интересно, я получу повреждение или нет? Да иди ты отсюда. Да, немножко, конечно, управление хромает. Скорее всего, на мобиле было бы лучше. Но все равно. Должны мы немножко поиграть и посмотреть, что она из себя представляет. Так, отлично. Иди сюда. Точно, Фредди? О, папа картошка вышел. Это ведь картошка? Ну, по крайней мере, похоже. Хедшот у меня был. Так. Типа тихо, не буянь. Оу, нифига мы крутые в очках, все дела. Только глазки отлетают у этих картофель. Так, что это у нас? Ага, опять бонус летит. О, ты откуда взялся-то? Эй, Фредди, мелкий. Кстати, вот эта вот фигня, когда мы в очках, у нас получается усиленный дамаг, ребята. Мы жарим не по-детски. У нас даже выстрелы не беленькие, а красненькие. Что говорит о том, что мы... в ярости в полной были. Так, и проходим уровень тогда, когда у нас выпадает вот эта вот корона. Мы ее поднимаем, и, соответственно, уровень у нас заканчивается на этом. О, я получил себе уровень, ребята. И что мне дадут за это? Ага, снайпер. Давайте, наверное, снайпера выучим. 30% хедшота в голову. Я думаю, это нам пригодится. Не хватает мне пока на дробовик, ребята. Здесь можно еще патроны приобрести и... какие-то перки. Ладно, пока мы ничего этого делать не будем. Будем копить с вами бабло. Третий уровень. Так, мы теперь уже... Стол, да, с сигаретой стоит. Жует там ее. Так, давай, мы с вами вообще попали непонятно в какую, наверное, страну. Может быть, ему это снится все. Столы, смотри, стул с ушами, ё-моё. Так, ну чё, я буду стрелять, ребята, из пистолета. У меня пока патронов хватает. Так, Фредди, отвали отсюда. Ты посмотри, какой гадёныш неугомонный. Так, а это что у нас впереди за пушкой еще так? Стрелять, что ли, сейчас будем? Так, погоди. Готов. Возьмем вот это вот. Ух ты, ну ты даешь, нет, Гарри, а? Супермен, блин. Давай, лети. Бомби всех тут. Мы можем все абсолютно крушить. Куда вы убегаете? Ой, закончился, ребята, у меня полет. И сразу назад. Гад.
как только у меня закончилось, они сразу на меня подперли. Да хорош, блин. Башки нет, они все равно могут атаковать. Смотрите. Значит, это говорит только о том, что их нужно добивать окончательно. Не подойдете ко мне, гады. Да иди ты отсюда уже, а. Смотри, сколько их здесь. Блин, да, без усиления, ребята, нам долго их приходится бить. Так, тихо, что это у нас? Колотушка. Ага. Ну давай, где вы тут? Что это у нас такое? Ага, здесь мы очень медленно бежим, когда вступаем в эту лужу. Слушайте, колотушка довольно неплохая. На удар буквально. Ха. А, у нас, видите, у нас же хедшот на 30% усилен. Поэтому мы их так быстро и разбираем. Ой-ой-ой-ой, окружает меня. Получите и распишитесь, гады. А вон и корона, ребята. Ну что же, третий уровень пройден, получается, у нас. И мы с вами плавненько должны переходить на четвертый левел. Так, здесь у нас всякие достижения показываются, которые мы с вами успеваем заработать. Но пока ничего хорошенького себе не это. Так, о, ребята, давайте возьмем себе дробовик. Я хочу посмотреть. Ух ты, автомат открылся. И тесак. Надо будет как-то накопить. Угу. Перки у нас только снайперский выстрел в голову. Так, здесь у нас монтировка, пистолет и дробаш. Все понятно, в принципе, ничего сложного, ребята, в ней нету. Довольно все легко и просто. У нас тут только три кнопки: перезарядка, точнее, смена оружия, стрельба. Так, тихо. Ходьба и... Оу. Слушайте, а мне нравится дробовик. Довольно шикарно Черт подери. Наносит маленький дамаг, по-моему, все-таки, ребята. Урон, точнее. Когда я бью эти бочки вблизи. Стол. Ну-ка. Да что ж такое-то? Не достаю, что ли, до него? Это что еще за хрень летит? Ага, только по прямой. Ясно. Так. Ах ты, ты посмотри, это тухлый помидор. Черт, блин, надо два раза в него стрелять, чтобы его подбить. Значит, тухлый помидор у нас выкидывает какие-то щупальцы. Я так понимаю. Че такой элитный монстр? Вот это что ли? Так, дайте мне свинюшку. Я хочу свинюшку взять. Отлично. Так, и это есть элитный монстр. Какой-то салабон. Да сдохни ты уже, гад. Да что так? О, мне не пройти. Ребята, не пройти мимо них. Ты посмотри, какой крепкий. Действительно элитный монстр. Да ладно тебе. Когда ж ты сдохнешь-то, а, гад? Все ближе и ближе меня, блин, припирает. Оу, сколько свинюшку надавал. И аптечку. Замечательно. Помидор гнилой стоит. Ага, плюется он этими хернями. Дынь. Готов, типа. Так, опять там помидор где-то впереди стоит. Хедшот. Так, и Фредик бежит. Фредик готов. И помидор тоже готов. Патрончики мои. Монетки надо собирать, ребята. Вся сила в монетках здесь. Что за монетки, мы сможем с вами покупать и патроны, и оружие, и вообще все блага этой игры. Замечательно. Фредик, отвали от меня, а. Все ближе и ближе ко мне подходит. Замечательно. Стул бомбим, тем более он с ушами, чтобы не подслушивал, да? Хедшот. Замечательно. Так, я так понимаю, здесь, ребята, будут со временем и другие новые монстры. Так, все, корона. И будут они намного сильнее. Так что расслабляться рано. И мы получили еще с вами уровень грильчив. Как можно перевести? Повар гриль. Так, давайте мы, наверное, дамаг с вами возьмем, да? Для всего оружия плюс 9%. Ну что же. Хотя жизни тоже было бы неплохо, но вроде бы особого урона пока мы не получаем, так что терпимо все. Так, 438 у меня золотых, ничего не могу я купить себе. Так что пойдем, как и есть у нас, без всяких каких-либо приобретений. Так, левел 5 у нас. Понеслась, роднуля. Наш бешеный повар Гарри что-то не поделил с этими овощами. А может быть, это овощи, которые он когда-то уничтожил, приготавливая вкусные блюда в свое время.
Картошка, вали отсюда. И теперь они превратились в зомби и решили ему отомстить. На, гад, получи. Так, мусорный бак, нечего здесь стоять, грустный такой. Почта здесь. Так, я слышал звуки, сейчас кто-то прибежит. Патрончики мои, ага, Фреддик бежит. На, просто на удар, блин. Даже скамейки, ребята, там какие-то злые, с глазами, с зубами, недовольные. Распишись, получи. Так, дай-ка я разбомблю тебя, почта. Потому что в них там всякие бонусы могут быть. Типа патронов, денег. Гидрант стоит, а? Или колонка, хрен знает, как это назвать. Так, помидор, успокойся, я гнилой. Гнилородный помидор, блин. Так, Фредди. Это, видимо, супер злобная картошка. Так, ты опять здесь? Почта. Так, ладно, не будем, ребят, наверное, мы здесь торопиться. Не идет никто. Вот они, гаденыши. Короче, они появляются только... О, тихо, ребята. Дайте-ка я возьму. Я, честно говоря, не знаю, для чего вот этот скейт. Может быть, для того, чтобы мы просто с вами быстрее тут передвигались. О, патроны для дробаша. На. И ты, мелкий, тоже получили. Готово, хламоны. Так, токсичная какая-то лужа. Наверняка мы будем там тратить здоровье, если на нее встанем. О, денег у нас уже 572 золотых. Это хорошо. Помидорка, на. Слушайте, довольно пока все легко. И в то же время прикольно. Слушайте, игра на самом деле очень старая. Но мне довелось в нее поиграть только сегодня. И в принципе я не жалею. Так, ну что у нас тут? 582 золотых. На автомат, ребята, не хватает совсем немножко. А я хочу его приобрести. Это что такое? О, это босс, ребята! Так, ну и что он делает? Только стреляет, что ли, ё-моё? Ладно, давайте тоже постреляем. Что, что ты? Оп, полетел куда-то. Вы посмотрите, смотрите, тень. Он хочет приземлиться, видимо, на меня. Ага, не тут-то было. Давай-ка его бомбить. Так, тихо, вот от этих вот снарядов нужно отходить. Так, у нас тут, смотрите, доска. Скейтборская прибыла. Ууу. Фиг догонишь меня, олух. Дай-ка я еще усиление возьму. Так, ну-ка давай вот так вот его будем жарить. Ух ты, довольно неплохой дамаг наносим, ребята, смотрите. Он уже без глаз, все. Ему осталось тут совсем чуть-чуть. Буквально пару выстрелов. Так, надо отбегать, 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 чтобы он на меня не приземлился. Тихо ты. Ну, выкуси, гаденыш. Последний выстрел, отлично. Кучу рубинов нам дали. Корона, ребята, берем. Так, ну что же, уровень пройден у нас. Грильчив. Так, ну следующий уровень мы пока с вами не подняли, но босса запинали. И у нас с вами... Нет, это мы будем смотреть позже. Давайте приобретать себе автомат. Ух ты, открылся арбалет у нас, но он столько стоит, офигеть можно. Ну, наверное, крутая штука. Так, ну что же, наверное, нужно проверить этот автоматик, как он в деле у нас. Седьмой уровень. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушайте, но скорострельность у него не... О, смотрите, новые монстры пошли. Фига, это кто такой? Это у нас... Так, похож на этот. Как этот овощ называется? Я же забыл. Короче, свекла, назовем ее так, потому что он фиолетовый. С топором еще, гаденыш, а? Так, бочки. Нет, не взорвали никого. Даже цветы тут, ребята, и то злые. Все злые, абсолютно. О, свинюшка, это хорошо. Так, смотри, целая семейка идет. Опа! Опа, нормуль. Патрончики для дробаша, они нам пригодятся. Камон! Камон, ёп. Да они так идут, идут. Идут, Гарри. Так, да подожди, ты да что ты делаешь? Стреляй куда нужно, а не куда ты хочешь. Давай, давай этого помидора гнилого. Вот, нормулька. Дальше идем. Так, что там у нас? Оу, усиление атаки. Ядрёна вошь, вот это я раздухарился, смотрите. Да сляг ты уже, блин. Поехали далее. Слушайте, а мне игра понравилась. Ребят, если вам понравилось, вы хотите
смотреть дальнейшее ее продолжение, то сами прекрасно знаете, что нужно сделать. Лайкануть и написать в комментарии. Опа, это что еще, блин? За зеленый хмырь, супер зомби какой-то. На-ка, на, гаденыш. Не такой уж он и сильный. Вот и короночка. Замечательно, ребята, мы с вами переходим на 8-й уровень. Ну, а на этом, пожалуй, я и буду завершать свой такой коротенький обзор игры «Кровавый Гарри». Я бы назвал его даже «Кровавый повар Гарри». И увидимся уже с вами в новых видосиках. А вы, если что, пишите мне в комментах. Ну что же, все, всем пока, увидимся в новых сериях, в новых видосиках. А на этом все, всем пока, до скорого и удачи вам, ребята. We'll be right back.